Всем привет! Хочу сделать видеообзор вот на такой акупунктный массажер для стоп. Очень я его себе хотела приобрести. Люблю перед телевизором сидеть и что-то делать ногами, да, буду ножки массировать. Также хорошо, когда за компьютером долго сидите, чтобы ноги не отекали, также сидишь и массируешь. Вот для этого, в принципе, я себе его и приобрела. Сзади у нас здесь написано, для чего он нужен, какой будет эффект после его применения, а также есть небольшие противопоказания. Это тяжелая степень варикозного расширения вен, онкологические заболевания, острые воспалительные процессы, высокая температура, а также повреждение кожи стоп. Вот такие вот противопоказания. Ну, а для чего он нам нужен? Это профилактика варикозного расширения вен, снятие усталости, напряжения мышц и ощущение тяжести в ногах. Положительное воздействие на все органы и системы благодаря стимуляции акупунктных точек. Нормализация сна, релаксация, избавление от нервного напряжения и хронического стресса. Вот такое вот у нас сзади описание. Дальше, вот коробочку я уже открывала, его смотрела. Вот так вот он выглядит вблизи. Посмотрите, вот, это прорезиненные такие ленточки с пупырочками, они резиновые. Здесь у нас сзади имеются вот такие ножки, они тоже резиновые, поэтому вот этот вот массажер, когда его ставишь, он не двигается. То есть он прям стабильный такой. Я уже ножки массировала. Конечно, в начале, когда начинаешь массировать, то очень щекотно, но потом ноги привыкают, уже все отлично. Вот так вот берем массажер этот, ставим на пол. За счет своих резиновых ножек он стабильно стоит. Включаем свой любимый фильм-сериал и массируем ножки. Вот так вот сидим и массируем. Или когда за компьютером сидим. И вот так. Вот такая красота. Ну все, всем пока!